Хейл, гейс, с вами Шимки и... Да, это Holy Kings, Hollow Kings, как правильнее сказать, я даже не знаю. Мы остановились на том, что мы куда-то провалились, какую-то... Либо паучью, либо типа того... Напасть. Нам нужно подняться в грибной пустоши, как-то еще будет обратно. У нас здесь есть два прохода, как я вижу. И третий мы с вами не обошли, который вот они не справный трамвай. Мы там не дошли вообще никуда. Ну, поэтому... Давайте... Очень громко сделаю немножко у себя потише. И побежим. Сначала давайте где неисправный трамвай, посмотрим, что здесь у нас есть и вообще... Либо нужно было лучше вниз пойти. Внизу того, что там, где лавочка, есть проход какой-то. Классненько. Так, а, мы вообще сюда не спускались. Да? Да. Так, окей. Мы заходили только сюда в какой-то домик. Здесь где-то мы с вами находили вот такую вот фиговинку. Там давали синие души и все. И спуск вниз. Но спуститься уже не подняться. Мы потом здесь еще открыли, кажется, себе проход, да. Вот он. Вот он, этот проходик. Во-во-во, ты червей давай. Так. Да не, полз... Воу-воу, а это, знаете, можно пофармить даже монеты на самом-то деле. Давай-давай, поднимайся. То есть он на меня никак прыгнуть с этой стороны не... Блин, что ты тут дохера на самом-то деле? Их там даже двое, ё-моё. Ладно. Да, энергия растратил. Энергии я растратил. И ради чего? Проездной у нас есть какой-то. И все. Ни секреток, ничего. Да? Тонкие стены. Кажется, тоже отсутствует. Ну ладно. Так, стоять, а как я отсюда выбирался? Я вообще, понимаете, хотел как-то с этой локации, думал сначала вам сделать немного другой экскурс по локации. Выйти с этой локации и пойти в немножко в другую. Та локация, куда я хотел нас сегодня отвезти, это кристальные пещеры. Так как мы там можем теперь ломать камни, вот эти поверхности неровные. Ну, в принципе, ладно. Давайте тогда здесь тогда спрыгнем вниз, как раз спустимся... На том же срезе или что, я там не знаю, по той дорожке. Блин, вот эти, конечно, твари. Оу! Мне никто не говорил, что там такое.
Так, окей. Если... Вот этот звук, это значит пауки. Хорошо. В принципе, тут ничего нету. Ладно, идем ниже. Окей. Главное, что тут до хера очень темно. Ну, тут очень темно. И понять, куда спускаться. Вот откуда я знал, что тут ничего нету? Тихо, плюется он уже. Ай. Так, ладно. Короче, слепая зона у нас здесь в начале. Потом нормально. После нормально. Не, короче, мне, как я понял, пока что ту херь не раздобыть. Давайте немного сюда пройдем. Так, тут тоже какая-то... Ну, здесь, заметьте, ровно и тихо, врагов даже нету. Ага, вот так, да? Лавочка, в принципе, не очень так далеко. По фасту сюда тоже добежать можно. Но мне придется смотреть, ведь так? Тело воина, павшего в бою. А чего? Да я понимаю, что тело воина, павшего в бою. Но от кого, от чего? Сейчас какой-то, блядь, босс будет, да? О! Еще одно новое сообщение. Тело, павшего в бою. И главное, что здесь никого нету. Я понимаю, что если с того тела кто-то вылез... Ну там вообще никого. Даже намека на босса. Тихо, я понял, это шипы. Да, тут есть шипы. Так, что здесь у нас? О-о-о-о, здесь я был, все. Так, спускаемся ниже, как раз там срез, который вот то у нас есть. О-о-о! Так, вон что они собой представляют. Это другой рой пауков просто влезает в трупы. Да уж, мрачноватенько. Так, это где я сейчас выйду? Около лавочки.
А того, что они захватили? Того решили ставить. Блин, жалко, что оно все не освещается. Ладно, пойдемте на лавочку отдохнем. О. Привет, привет. Как неожиданно найти такой островок теплоты и комфорта посреди такой ямы чудовищ. Места ужасно, спору нет. Но якобы глубоко в этом переполненном гнезде скрывается одна деревня. Ее жители так и не присягнули королю Лоунеста. Почему бы тебе не присоединиться ко мне? Эти источники творят чудеса с уставшими ногами. Ну что, тебе не нравится водичка? Ладно. Так, карта. Да, там еще есть, короче, проход у нас. И с правой стороны тоже проход. Ну, мне, короче, я... антивирус что-то решил мне попилимкать. Странно. Ой, тихо. Странно, странно, странно. Ай, нос зачухался. Эх, черт. Не-не-не, тихо, отстань от меня. Так. Иду я правильным путем. Иду я правильным. Воу! Она наносила по два удара? Черт, я не заметил. Я не заметил, что она бьет по два удара целых. Да уж. Сейчас бы слиться. Сейчас бы сдохнуть. Потерять сколько-то там душ. Ну ладно. Душонка моя возвращена. Не, ну вот это, конечно, махина такая себе на самом-то деле. Так, тут еще наверх есть проход. Ну почему вы меня так наёбываете? Ну, ладно. А я могу я так разводить? Кажись, нет, да? Она знает, да, с какой стороны буду? Да, она все знает. Она уже все знает. А, не беда.
Тихо, что-то... Так, во-первых, я могу туда пойти, там кто-то будет. Я уверен на 110%. Да, и здесь может быть. Вау! Они берутся уже из теней. Вы появляетесь из теней, мои дорогие друзья. Ой, тихо-тихо. Нет, туда мне выше не подняться. Не, вот это вы, конечно, молодцы, что... Они теперь могут, ребята, по... Ух! А, это место с яйцами. Тухлое яйцо. До свидания. До свидания. Нафиг оно мне сдалось. Так, там выше можно подняться. Ага. Да, я уже понял. Теперь мне и за тенями нужно... Странное дерево, которое я не знаю, как активировать. Так. Ловушки. Еще я слышал одного. Блин, я вот это уже на самом деле такое большая дорога, слушайте. Ну что, я не вижу, ребят, ну это знак уже босса. Или нет? Блин. Я уже вообще далеко, я потом полжизни буду идти обратно. Ладно, восстанавливаемся. Тихо! О! Да-да-да-да-да-да-да-да. Как так тихо спуститься? Осторожно спуститься! Ага. Хотя... А, сокращение пути. Так, а что это за сокращение пути? А, и даже не посмотришь. А, это трупец этого, все. Это трупец этого, я понял. Вот сучкин, сучкин, сучкин. Так, здесь... Не могу собраться нормально. Ага. Педалистические ловушки. Так, далекая деревня. Ага, по этим я не могу скакать. Охренеть. Я выжил. Ну, только я теперь непонятно где.
Я еще стал ниже, хер знает где. Где я? Окей, отхилимся. Мне нужна лавочка. Воу. Здорово. О, прошу, прошу, не торопись. А, нет, тушайся. Тут вокруг полно гадких тварей. Я не из них. Я тебе друг и рада услужить какому-то отважному путешественнику. Тебе нужны сведения, я могу много рассказать. Да, ох, да, хе-хе. Та деревня над нами, дом грустного существа. Ее история — это история о трагическом обмане. Она ее, так, народ сильно за это поплатилась. Но кажется, она не сожалеет. Хе-хе-хе. Да, знаю, знаю. Тебе интересно, хочешь услышать всю историю? Ну извини, я бы рассказала ее тебе. Ну, прости, прости. Я так давно не кушала. И я так голодна. Так. Это был только что намек, что это босс, да? Сейчас на воде мне что-то. Так, слышите? Это что, мне получается опять как-то нужно наверх забираться? Вы издеваетесь? Я нечаянно упал, теперь я хер знает, как мне забраться наверх. Ну вы, конечно, молодцы, ребят. Не, подождите. Ну, по идее, может быть, она просто голодна. Просто голодна. Но это дружественный юнит. Давайте еще раз сходим к ней. Ах, вернулась. Хочу извиниться за прежнее поведение. Хе-хе. Пустяки, пустяки. Порой аппетит берет надо мной верх. Но сейчас я не голодна. Хочешь узнать обо мне? Да, тут рассказывать о нечем, я слуга гнезда, но немного ныне обращается ко мне за помощью. Эта чума разума почти погубила нас. Грустных конец рода, поистине одаренного разумом. Ах, но я поела, да, и теперь не голодно, но все же еще кусочек не помешал бы. Прекрасно завершение трапезы. Она меня будет постоянно пытаться сожрать. А вот даже интересно, если я ей дам себя съесть. Но я осознаю факт, что мне потом хер знает сколько придется туда ползти за душами. А за душами мне придется это по-любому сюда идти. Милок, как приятно, что меня снова поведали. Я же заботливая хозяйка. Понятия не имею, почему ко мне почти никто не заходит. Наверное, потому что ты хочешь всех съесть. Не возвращаешься, если я чуток от тебя откушу. Может, только ножку. Так легко быть счастливой, когда ты наелась. А, я понял. От нее я полезной инфы не получу. Не, вот это вот, блядь, давай без вот этой херни. Довольно опасная херь. И главное, фиг ее скинешь отсюда. Единорукая тварь.
Чё она делает? Давай, давай. Короче, нужно было не страдать херню, а лучше... Ёбаный, это сколько мне лезть туда? Жопа. Ладно. Окей. Ай. У меня все равно, в принципе, выбора нету. Так как у меня выбора и нету, придется возвращаться обратно все-таки. Ой-ой-ой, я забыл про тебя немножечко. Я не знаю, сколько это займет, опять же, повторюсь, времени, чтобы вернуться туда. Мне нужно хотя бы вспомнить, как я туда вообще дошел. Заразы. Заразы, заразы, заразы. Теперь мне придется как-то здесь выживать. Заберу души и закончу. Ну хотя бы все ямы остались. Так, туда лучше не идти. Ас. Я знаю точно, что я получу урон на матке червя. На этой здоровенной твари. И мне придется что-то делать. Вот, а внизу у нас... В смысле, сокращение пути я что, не сделал? Я ж сокращение пути... О, чёрт. Вот, блин, ну ладно. Это я зря, да, лезу? Блин, ладно, давайте тогда по низу пойдем наверх. Тихо. И здесь я спущусь вниз. Упаду, так сказать, даже. Вниз. Пробежимся. И нужно будет забрать душу, которая сверху. Окей, раз, два. Так, окей, отхил на раз хватит.
Черт, ладно. Блин, мне нужно как-то. Ух. Выбраться. Паучьего гнезда. Да, пускай все они на меня агрятся, я просто убегаю нахер отсюда. А вопрос, а как мне потом отсюда вылазить? Тут еще есть тропинка. Вот здесь еще есть проход у нас. Тоже замечу, непонятный. Ля. Ё-моё. Ё-моё, ё-моё. Так, хорошо, здесь меня пронесло. Здесь лавочка, если не ошибаюсь, и сохраняемся. Теперь там еще до лавочки ползти. Пол жизни еще добираться до лавочки этой. Надо хотя бы побыстрее на самом-то деле. То есть здесь лавочка, как раз за 3 минуты, считайте, мы добежали с вами. Да? А ну? Да, там проход. Ой, там, смотрите, там большой проход. Там, скорее всего, тут срез на лифт есть. Поэтому в следующей серии мы туда пойдем. Оттуда я, короче, начну, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.